Мы нечасто задумываемся над тем, чьими современниками сделала нас история. Погруженные в свои мысли, дела, заботы, мы не всматриваемся особенно в тех, кто идет нам навстречу или рядом с нами. Но как много мы теряем, завидуем современникам Листа или Рахманинова, знали, видели, слышали, а сами можем не узнать на улице Святослава Рихтера. Вот он, в расстегнутом пальто, идет на один из своих концертов. Шуман, Венский карнавал. Осенью 1964 года в Москву приехал с концертами знаменитый пианист Артур Рубинштейн. Его старый друг, выдающийся советский пианист, профессор Генри Густавович Нейгаус, из класса которого вышел Святослав Рихтер, был в эти дни в больнице. Они встретились. И первое, что услышал Нейгаус от Рубинштейна, было: «Слушай, ты объясни мне, пожалуйста, что же такое Рихтер? Я вот все думаю». Генри Густавович просиял при этих словах и стал рассказывать о Рихтере так, как никто, кроме него, не умел рассказать. Он говорил о счастливом соединении в Рихтере мощного, сверхмощного духа с глубиной, душевной чистотой, целомудрием и величайшим совершенством исполнения. С того дня прошло более 13 лет, и весной 1978 года комментатор французского телевидения, известный журналист Леон Зитрон, посетил в Париже по нашей просьбе
89-летнего Артура Рубинштейна, чтобы спросить его, что же сегодня думает он об искусстве Святослава Рихтера. Много людей говорят, что он самый большой пианист нашей эпохи. Такой вещи нету, понимаете. Не может это сказать ни про Листа, ни про Рубинштейна Антона Григорьевича, ни про бог знает кого там, кто еще был большим, Падеревского. Это нельзя. Понимаете, артист вообще, артист живописи, литературы, вообще кто-нибудь, который занимается искусством и литературой тоже, да, не может быть самый большой, самый лучший, самый, этого нет. Он особенно своя фигура, понимаете, нельзя его сравнять никем. Если вы скажите мне, Рихтер немножко лучше, чем Рахманинов играет, лучше играет, чем Рахманинов, тогда это уже слабовитая вещь. Я понимаю, значит... Это личность, понимаете, такого другого нет. Он имел учителя, который был друг мой от молодых лет, Харри Нойхаус. У него Рихтер учился от начала, знаете, и он обожал Нойхауза, и Нойхауз его обожал. Я знал про него от Нойхауза, когда я был два раза в Советах, знаете, как играл тогда. Он был друг мой от молодых лет, да. Нойхауз. Да, вот. Он мне сказал, самый большой мой ученик, колоссальный Рихтер. Я приехал в Америку из Европы тогда на мои концерты, он уже был дал... Три концерта тогда, первые свои, Рихтер. Я был страшно любопытен, ну вот большой Рихтер, я про него столько слушал, про Нойхауза. Пошел на его концерт, ну вот, сыграл фантазию Шумана, который на меня никакого впечатления не сделал. Приятно сыграл, хорошо, музыкально, хорошим тоном. Сейчас бы видно, что это пианист первого класса, понимаешь, это настоящий пианист, но ничего гениального в этом не было. Но вдруг два, три маленькие композиции Равеля, это что-то было невероятное, знаете, звук такой прекрасный, прямо невероятно, знаете, я никогда рояля не слышал так звучащего. Это был что-то другое, совсем другой инструмент. И тоже его чувство про это. Я имел слезы в глазах. Потом, после этого, ну, я уже был, как это, его человек совершенно. Потом он сыграл сонату Скрябина, когда вообще нельзя так сыграть. Все играли это, многие пианисты. У меня есть три диски, три... Пластинки, да, этой сонаты, ничего подобного. Его я и не имею, я не знаю, наиграл ли он или нет. Но это было гениально. Знаете, я могу про это говорить, потому что я как-то, не знаю почему, в 1996 году первое исполнение этой сонаты сделал в Лондоне и в Америке потом, да. Первое. Это было еще совершенно неизвестно, только что вышло в печать. Ну вот, так что я стал колоссальный его... Поклонник. Да. Рихтер – это колоссальный музыкант, это человек интеллигентный, который играет на рояле, понимаете? А рояль у него ему отвечает, слава Богу. Другие тоже музыканты, но рояль им не отвечает. Он из рояля вытягивает все, что хочет. Он поет на рояле, он играет музыку оркестральную на рояле. Все звучит так, как он хочет, понимаете? А это очень-очень редко, это самая редкая вещь, чтобы получить музыканта, который играет на рояле. Моцарт, фортепианный концерт. Си бемоль мажор, номер 18, вторая часть.
Рихтер не любит, чтобы его снимали. Не любит обращать на себя внимание. И это подлинно, истинно. Он таков. И все же мы не удержались от того, чтобы поснимать Святослава Теофиловича вне его концертов. Эти кадры мы снимали в московском цирке. Рихтер один из самых отзывчивых, доброжелательных зрителей и слушателей. Он как-то сказал, что если тебе хоть немного нравится, что делает артист на сцене, нужно аплодировать от всей души. Из окон квартиры Рихтера на 16 этаже нового московского дома у Никитских ворот открывается удивительный вид на город. Его памятники, улицы, переулки. В одном из таких переулков, скатертном, совсем рядом с тем домом, в котором сейчас живет Святослав Теофилович, жила Анна Ивановна Трояновская. Как пишет о ней Рихтер, «Анна Ивановна Трояновская – моя большая приятельница, у которой я провел очень много часов моей жизни. Я у нее занимался, я у нее пробовал писать пастелью. Одаренная натура, художница, ученица Серова, Пастернака, Матисса, страстная поклонница Эль Греко, певица-любительница. В домашних концертах я аккомпанировал Метнер и оставил ей рояль, на котором я и занимался. Истинная москвичка, приятельница дома Шаляпиных, Станиславских, летала с Юмашевым на фронт. Однажды Слава, который привык уже ежедневно у меня появляться, пришел с перевязанной левой рукой. Он сразу начал скучать. И я вспомнила, что по его словам, в детстве, примерно до 8-9 лет, он много рисовал. Настолько хорошо, что даже на некоторое время являлось вопросом, к чему, собственно, он более способен, к музыке или к рисованию. Поэтому я смело подсунула Славе пастель и несколько бумажек. С натуры он почти никогда ничего не рисовал. Вот почти единственная вещь, которую он в моей комнате сделал с натуры. Как бы это подержать? Что касается какой-то странной, как будто подготовленности Святослава в отношении рисования, то следует сказать, что у него были какие-то как будто выработанные приемы о пространстве, об удалении, о перспективе, а чувство тона и цвета было просто исключительно. Но самое удивительное в нем – это инстинкт движения. Это, вероятно, как раз музыканту и должно быть свойственно. Вот эта вещь, между прочим, моя любимая, это Святослав сделал, вернувшись с одной поездки по России. Из вагона он наблюдал эту зиму, эти две метлы. Рисовал он исключительно по впечатлению и по памяти. Память его феноменальна. Я бы сказала, что также и по воображению. Совершенно ясно, что без его невероятного воображения он не мог бы так представлять себе мысль, самую мысль композитора, вещь которого он работал. Увлечение Святослава Теофиловича живописью, изобразительным искусством, его глубокое знание и понимание этого искусства. Совершенно неожиданным для многих и совершенно естественным для него самого способом выразилось в недавно прошедшей в Москве выставке. Выставка эта была организована в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. И называлась она «Музыкант и его встречи в искусстве». Выставку эту собрал, подготовил сам Святослав Теофилович Рихтер. Вот он и ленточку разрезал на открытии этой выставки. И был этим приятно взволнован. На выставке побывало очень много людей, и москвичей, и приезжих. Очередь стояла в течение
двух месяцев, пока работала эта выставка. На этой выставке были картины из Третьяковской галереи, из других московских музеев, из частных собраний, в том числе и из собрания самого Святослава Теофиловича. Рихтер каждой картине написал пояснение. Все эти рихтеровские новеллы удивительно точны, образны и замечательно говорят и о тех, кто изображен на портрете, и о самих художниках, и о том, кто собрал эту выставку. Большое и искреннее участие в подготовке выставки «Музыкант и его встреча в искусстве» принимала директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, искусствовед Ирина Александровна Антонова. Я занимаюсь пластическими искусствами, и, может быть, поэтому на меня наиболее сильное впечатление в игре Рихтера производит ритмическая структурность его, выявление им архитектонических законов, которые свойственны музыке, то есть ритма, соразмерности, пропорции, которые, по сути дела, и есть гармония и красота. Но мы знаем, что уже древние сравнивали архитектуру и музыку, отождествляли гармонию, пропорциональность и ритм с порядком мироздания, который они называли космосом. Гёте назвал вслед за древними архитектуру застывшей музыкой. О Рихтере можно было бы сказать, что его музыка – это ожившая архитектура. Недавно мне довелось слушать концерт Баха в исполнении Рихтера в Большом зале консерватории. И я была поражена этим ритмическим ощущением им музыки и думала о том, какой великий зодчий растворился в этом музыканте. Иоганн Себастьян Бах, каденция из первой части 5-го Бранденбургского концерта. Thank you.
Рената Гуттуза, выдающийся художник современной Италии, почетный академик Академии художеств СССР, лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. Я познакомился с великим советским пианистом Святославом Рихтером в Италии и продолжил это знакомство во Франции на торжествах по случаю 80-летия Пабло Пикассо. Потом я много раз бывал в его концертах, погружаясь в его замечательное искусство исполнителя и выразителя музыки. Я помню, как однажды вечером, это был памятный вечер в городе Брешия, концерт, организованный Ассоциацией молодых музыкантов, прибывших из всех городов Италии. Рихтер был необыкновенно взволнован тем, что в зале присутствуют люди, которые его действительно любили и понимали, и аплодировали ему бешено. Я не помню, сколько раз он бесировал, во всяком случае, он бесировал столько раз, сколько его просили. Молодежь была неутомима, аппетит ее никогда нельзя удовлетворить. Рихтер ни разу не сказал «нет». Это один из признаков того, что это действительно великий человек. Обычно великие люди скупятся, как правило, играть на бис. Есть даже старая итальянская пословица, которая гласит «Паганини не бесирует», а Рихтер бесировал к величайшей радости и счастью слушателей. Шуберт, музыкальный момент, до мажор. Это интервью немецкий певец Дитрих Фишер-Дескау, один из великих современных артистов, дал нам в Москве после своих концертов со Святославом Рихтером.
Мне посчастливилось познакомиться со Святославом Рихтером около 20 лет назад на спектакле оперы Вагнера, в которой я исполнял одну из партий. И первое, что меня тогда поразило, это то, что мы беседовали с ним об оратории Шумана, и он тут же сел за рояль и исполнил увертюру из этой оратории наизусть. Это было тем более поразительно, что едва ли в Германии найдется сейчас человек, который мог бы вспомнить эту ораторию. Наша следующая встреча произошла почти через 10 лет, когда мы вместе участвовали в фестивале «Волдборо» в Англии. На этом фестивале мы вместе с Рихтером исполняли цикл песен Брамса. Мне было очень приятно и почетно выступать с таким выдающимся мастером. Что при этом особенно бросается в глаза в его манере исполнения? Он очень тонко и с полной самоотдачей подстраивается под партнера. Вместе с тем, полностью сохраняет свою индивидуальность и личность музыканта и при этом единолично ведет выступление. Я счастлив, что, несмотря на свои многочисленные обязанности, он находит все же время, чтобы работать со мной. Я считаю, что Святослав Рихтер представляет собой сплав романтической манеры исполнения с аналитическим пониманием музыки, в отличие от того, с чем мы сталкиваемся на каждом шагу сегодня. Он достиг безусловного всемирного признания, и едва ли найдется в мире другой такой органичный музыкант. В исполнении Святослава Рихтера и Дитриха Фишера-Дескау звучит песня Шуберта «Прощай». Я храню в памяти воспоминания о самом первом концерте Рихтера, на котором мне удалось побывать. Он исполнял Шуберта, посмертную сонату. Это было великое поэтическое исполнение, исполнение которое я буду долго помнить. Вся его личность источает такое тепло, такое духовное понимание музыки и жизни, что слушатели во всем мире, где бы он ни выступал, всегда хотят послушать его снова и снова. Во время первого конкурса Чайковского в Москве, в котором я принимал участие, Рихтер был членом жюри. И вот тогда я имел честь познакомиться с ним лично. Он был настолько искренен и естественен, всех подбадривал. Я никогда не забуду те минуты, когда нам удавалось поговорить о музыке. И еще на меня произвело сильнейшее впечатление и воодушевило на более серьезную собственную работу. Высочайшее уважение, любовь к Святославу Рихтеру, всех его коллег и великой аудитории советских слушателей.
Такого рода любовь и обожание, я могу поручиться, говоря это, испытывают к нему и в Америке. Я считаю, что могу от имени всех музыкантов Соединенных Штатов Америки пожелать Святославу Рихтеру счастья и еще больших успехов в жизни. Рихтер много и охотно играет в ансамбле. Многим памятны его выступления с Давидом Ойстрахом, замечательной камерной певицей Ниной Дорлиак, в ансамбле с молодыми музыкантами. Рихтер выступал и выступает с виднейшими современными дирижерами. Но с кем бы ни выступал Рихтер, он всегда стремится прежде всего к тому, чтобы исполнить ту или иную музыку, то или иное произведение. Это главное, а не выступление со знаменитым дирижером. И потому многие дирижеры мира, многие солисты мира стремятся сотрудничать с Рихтером ради того, чтобы с таким выдающимся исполнителем добиться необычайного, нового, глубокого прочтения великих музыкальных произведений. Конечно, Рихтер. Это такой музыкант, от которого услышит даже совет. На вес золота ценишь. Скажем, Прокофьев, как-то пятую симфонию Прокофьева я делал, начало. Я там тоже немножко плавал, не знал, в каком темпе начать. Следовательно, я не очень схватил атмосферу. И он был как-то на концерте, он так в своей осторожной, очень деликатной форме сказал, а если вот так-то? И у меня открылись сразу двери, и я стал делать так, и все встало на место. Самое начало имеется в виду, первая страница. Вообще вопрос каких-то советов и вопрос каких-то помощи со стороны может возникнуть в самый неожиданный момент, в любой беседе. Вдруг что-то такое ассоциируется с тем, что ты сейчас делаешь. С музыкантами, да? О, все. Где-то это захлопывается и остается. Рихтер всегда с большим вниманием и любовью, заботой следит за творчеством молодых музыкантов. Последние годы мы стали свидетелями многих замечательных концертов, в которых Рихтер принимал участие в ансамбле с молодыми музыкантами. Они много и тщательно работают, прежде чем вынести то или иное произведение на суд слушателей. Зато какое счастье для слушателей – видеть этот творческий союз великого музыканта и молодых музыкантов. И какая радость, и какое счастье для самих ребят работать вместе с Рихтером, быть на сцене вместе с Рихтером. Thank you.
Святослав Рихтер ведет интенсивнейшую концертную жизнь. Его ждут и надеются прикоснуться к его искусству не только в городах нашей страны, но и в городах всего мира. Рихтер стал олицетворением высоты советского искусства. Нам довелось побывать на одном из концертов Рихтера в австрийском городе Зальцбурге, городе, где родился Моцарт, где все овеяно духом Моцарта, уважением к его традициям. Концерт Рихтера проходил в рамках знаменитого Зальцбургского фестиваля и привлек к себе любителей музыки не только из Австрии, но и из других стран. Удивительно слушали нашего пианиста с удивительной причастностью к тому, о чем рассказывала музыка. Рихтер сумел создать совершенно необычную атмосферу в малом фестивальном зале, где он давал свой концерт. Одна из австрийских газет писала в связи с концертом Рихтера в рамках Зальцбургского фестиваля: «Рихтер – это пианист, который не только завораживает слушателей, но и открывает перед ними свободу для индивидуального восприятия. Он ведет диалог с творцом музыки». Во время концерта Рихтера в малом фестивальном зале Зальцбурга нам удалось снять фрагмент бергамасской сюиты Дебюсси. Одному из ярких современных молодых пианистов, венгерскому музыканту Золтану Кочишу, довелось выступать в ансамбле со Святославом Рихтером. Что касается моего представления о Рихтере, то я прежде всего хочу отметить его искренность. Эта искренность проявляется во всех его делах, в том, как он понимает и осмысливает различные музыкальные произведения, в том, как он разрабатывает их. Да, собственно говоря, искренность проявляется во всей его жизни. Мне всегда трудно отделять образ человека от его искусства. Особенно трудно это сделать в отношении такого большого музыканта, как Святослав Рихтер, который считается одним из самых великих пианистов мира, если не самым великим. Во время наших совместных трудов очень много раз у меня была возможность убедиться в том, что Рихтер искренен, и искренен откровенно и бесконечно.
Рихтер не берется за исполнение тех произведений, которые не чувствует близкими себе. И в то же время это человек, который исполняет 99% мировой фортепианной литературы. Когда в последний раз мы вместе играли, это был довольно трудный концерт. Мы исполняли Шуберта. Мне было очень интересно наблюдать, как день ото дня наше совместное исполнение становилось все более ярким, отточенным. Собственно говоря, я этим все высказал, так как для меня не существует более возвышенной и прекраснейшей человеческой черты, чем искренность. Шуман, Венский карнавал, романс. Один из самых ярких, своеобразных музыкантов-исполнителей нашего времени – канадский пианист Глен Гульд. Я всегда полагал, что музыкантов-исполнителей можно разделить на две категории. Первая – это те, кто стремится взять от инструмента все, что можно. Если обратиться к истории, то к этой группе музыкантов относились, как мне кажется, Лист и Паганини, а также довольно большое число виртуозов позднего времени. Эти музыканты хотели подчеркнуть свое отношение к инструменту и сделать его центром общения со слушателями.
Ко второй категории принадлежат музыканты, которые обходят технические стороны исполнения и, как бы минуя инструмент, создают иллюзию непосредственного контакта между своей личностью и слушателями. Главное при этом не исполнение, а сама музыка, ее дух. Я думаю, что нет лучшего примера музыкантов этого рода, чем Святослав Рихтер. Такие исполнители вызывают состояние именно иллюзии того, что они обходят техническую сторону исполнения, поскольку ни один музыкант не может ее игнорировать. Но что возможно, и этому мы имеем пример в лице Святослава Рихтера, так это абсолютное слияние с инструментом, когда вся виртуозная техника становится совершенно незаметной, поскольку она подчинена созданию художественного образа. И тогда исполнитель и слушатели могут полностью сконцентрировать свое внимание на самом духе произведения, который заключен в музыке. Нередко музыканты ставят своей целью воспроизвести в точности бетховенского Бетховена или моцартовского Моцарта. Но музыка была бы скучна, если бы это стало возможным. Было бы одно оптимальное исполнение, которое повторялось бы снова и снова. Рихтер же служит посредником между композитором и слушателями. Когда он исполняет произведение, то мы вновь открываем его для себя, и при этом всегда с другой, непривычной точки зрения. Впервые я слышал его исполнение в Московской консерватории в мае 1957 года. Он исполнял последнюю сонату Шуберта. Это, вероятно, одна из самых длинных сонат, когда-либо написанных. И Рихтер исполнял ее в самом медленном темпе, какой я когда-нибудь слышал. И поэтому исполнение заняло много времени. Я думаю, что здесь было бы уместно признаться в двух вещах. Может быть, это прозвучит еретически, но я не любитель произведений Шуберта. У меня не хватает терпения проследить структуру произведения Шуберта. И я сижу как на иголках во время исполнения. Вторая часть моего признания – это то, что я не люблю ходить на концерты, а слушаю их в грамзаписи у себя дома, где ничто не может отвлечь меня от восприятия музыки. Я признаюсь в этом потому, что когда Святослав Рихтер исполнил начальные такты сонаты, я сразу почувствовал, что мне будет не по себе во время исполнения, и я буду сидеть как на иголках. Но в действительности я в течение часа сидел как в гипнотическом трансе. Все мои предрассудки насчет построения произведения Шуберта были позабыты. Все элементы музыки, которые, как я считал, были только для украшения, открылись мне как органическая часть произведения. Мне казалось, что я являюсь свидетелем союза каких-то двух, казалось бы, непримиримых качеств. Тонкий расчет и спонтанность, граничащая с импровизационностью. В этот момент, как, впрочем, и каждый раз впоследствии, я понимал, что слушаю одного из самых мощных коммуникаторов нашего времени. Прокофьев, финал 5-го фортепианного концерта. Рахманинов, этюд-картина номер 3.
Шуберт, 4 Лендлера. Однажды довелось читать слова Рихтера, сказанные им одному корреспонденту в Америке, как бы в объяснение того, что он отказывается дать этому корреспонденту интервью. Рихтер сказал: «Мое интервью – мои концерты». И это правда. Концерты Рихтера – самое красноречивое, самое глубокое, самое неразгаданное его высказывание о музыке. И в то же время самое ясное его высказывание. И все-таки каждое написанное или высказанное Рихтером суждение о музыке, об искусстве очень ценно для нас. И потому мы с радостью включили в наш фильм фрагмент беседы Святослава Рихтера с известным советским музыковедом профессором Яковом Мильштейном. Очень много играют старину и очень много современности. Середина, я имею в виду романтики, это гораздо меньше. Вот каково ваше объяснение этого? Вы не замечали этого? Вот в других странах... Немножко объелись романтики, слишком много играли.
может быть, не всегда хорошо играли. И потом, надо сказать, что романтика – это не так легко, как раз играемому. Это надо очень себя отдавать. Чисто человеческий, темперамент и все. Современную можно более интеллектом играть, старинную тоже. А тут надо играть всем существом, сердцем, физически. Многие, может быть, считают это, что это вроде не надо. Но я иногда думаю, что, может быть, это не потому не надо, потому что многим это трудно. И молодежь как-то считает, ну тогда это и не надо, если это трудно. Однако публика все равно обожает это. Конечно. Остается. А публика все-таки очень правильный судья. Может быть, самый правильный? Да, в каком смысле, да. Притом широкая публика. Очень. Всегда права. Ну, у вас такой огромный репертуар, быть может, репертуар по масштабу. Ну, лучше не меньше. Удовольствие. Лучше меньше, но лучше, чем много и плохо, да? Я хочу сказать вот что. Во все ли? Я верю. Вы? Да, конечно, верю. Иначе бы я это к черту послал. Вот это очень важно. Ну, иначе что, какой же смысл? Значит, в какой-то степени вы человек всеядный. Ну нет, плохую музыку я, конечно, все-таки не буду играть, если она мне не нравится. Мне только хочется то исполнять, что действительно мне очень хочется. Как это сказать? Хочется, что очень хочется. Но вам многое хочется. Ну да, потому что очень многое интересно. Да, я довольно жадный, конечно. И действительно много интересно. Да, конечно, много интересно. В том-то и дело. Я не люблю вот эти вот... Вот одни говорят, это течение, вот только вот это хорошо, а то плохо. А в каждом течении есть свое хорошее. Да, конечно. Правда? Конечно. Ну, не все, конечно, но что-то хорошее. Ну, дело не в течении, конечно. Течение это не так важно, а важнее, есть ли в этом течении, каком-то музыкальном или литературном, или в живописи, действительно... участвует большой талант или гений, тогда это течение оправдано. А если нет, все остальное не так уж важно. Шуман, Венский карнавал, финал. Thank you.
мы не часто задумываемся, чьими современниками в искусстве сделала нас история. Мы как-то уже привыкли к тому, что есть Святослав Рихтер. Он стал для нас категорией прекрасного. Есть красота, гармония, природа, есть музыка и есть Рихтер.